Блин, подожди. У меня тут проблемка. Чё? Я в туалет захотел. Блин, я уже только начал запись, а Главное вовремя сказать. главное вовремя сказать. Да-да. Вот что, давай Ладно, сходим в туалет, потому останавливай, я в что туалет пошел. мы... Итак, ребят, всем привет, с вами я, Ленич и Фан Крейзи Клаб, ну, Тихон. И это слежка в Радми, вторая часть. Специально предупреждаю, что с этих времен, ну, со времен первой части много изменилось. Короче, смотрите, у меня была бэха. Я ее продал. Потом была вторая бэха, я тоже продал. Теперь у меня, по-моему, что там, две машины основные. Запись. Ну что ж, ребята, так как это слежка, то, что я предлагаю провести за слежку за Тихоном. Это вторая часть. Ну, я прям это говорил. Итак. Жига тут еще приехала. В общем, пока что я его не наблюдаю. Я не знаю, Тихон может говорить пока что. Ну, короче, может, но при условии, что не должен говорить местоположение свое. Вот. На, всем привет. Да. Ну, короче, как там у тебя дела? Да нормально, кайфую, по кайфу. По кайфу, да. Да. Знаешь, что я тут думаю? Чем? Останавливай видеозапись, надо сейчас посмотреть, слышно меня или нет. Что ж, ребят, пока что я могу сказать так, куда-то Тихон исчез и Уехал уже. уехал. Я должен найти его, проследить. Но я же знаю, не выйдет. Почему не выйдет? Ну, не знаю. А вдруг выйдет? Ну ладно, попробуем. Попробуем. Значит так. Вот, как я говорил в начале видео, многое поменялось. Я продал, наверное, одну бэху, потом вторую, потом еще у меня был мод, но я, наверное, тоже продал. А что, почему? Деньги. Как бы смешно это не звучало. Вот, я предлагаю остановиться здесь. Вот. Короче, дай, давать первое описание. Давай. Я вижу ресторан какой-то возле себя. И, так сказать, парковку. Много свободных парковочных мест. Много парковочных свободных мест. Да. Вон тут, вон тут, вон тут, вон. Я понимаю, что сейчас слежка сейчас будет как-то нудная. Так, ребята, теперь мое описание. Я вижу какую-то Жигу. Ой, Жигуль. Прайд. Да. Какие-то... А я возле себя вижу какое-то озеро большое. Не знаю, с чем это связано. Я вижу гелик, который подъезжает. Это я такой, блин. Да-да. Стоп на память. Тут студодуц, тут студодуц, студодуц. Наверное, которая у меня была. Да и вообще. Да и вообще. Так, вот тут где-то. Так. Блин, почему мне персонаж такой слабый? Даже на это не может разобраться. Ой, да не знаю. Так, ну ладушки. Я пока что тут. Короче, тебе подсказка.
Я прям близко к работе инкассатора. Близко, но вокруг для да около. Рил. Близко, около, вокруг инкассатора. Да. Вокруг да около. Вокруг да около. Угу. Ребята, извиняюсь, я очень болею. Понятно, какие-то колхозники на БМВ. Да-да. Ой, это ж прям люто, не. Да не надо, не надо, не под... Лёня, как всегда, мешает вести слежку, ребят. Да, Лёня, как всегда, мешает БМВ синяя. В прошлый раз Rolls-Royce Cullinan, блин. Я смотрел то видео, блин. Да и вообще. Так, ну ладушки. Ладушки. Ладушки, ладушки, жили были. Ой, ладушки. Ой, блин, Жига мне предлагает прокатиться какая-то. Да у меня в 100 раз лучше. В 100 раз лучше, да. Ой, блин. Ну, ребят, мы Лёня сейчас вообще. Да-да. Ты что делаешь вообще? Ой. Не поняла? Кукол, ты что, дурачок, что ли? Хотя это мягко сказано. Это вообще мягко сказано, он дебил. Да, вообще, согласен. Так, ладно, я уехал уже. Угу. Лёнь, я говорю, последи со мной вообще Unreal'ом. Вот Рил. Unreal'ом? Unreal'ом. Unreal'ом. Так, ну где это? Так. А можешь описать местоположение? Ну как тебе описать? А... Здание недостроившееся. Угу. И 3-4 высотки. И 4 высотки. Да. Так. Угу. О, моя машинка до сих пор тут стоит. Это хорошо. Так, пусть тут и стоит. Так, как же отсюда вылезти? Так. Ты же меня этот гробенный банкомат? Не знаю. Может, хочешь денежки снять? Логично. Логично, логично, банкоматы для этого нужны. Так, ребята. Говорю я, у которого все наличкой. Наличка, наличка. Подналичка. Подналичка. Так, ладно, я побегу, наверное, назад к машинке, пока ее никто не забрал вообще. Ага, согласен. Так, ладно. Вот. Блин, а где чертов? Ладно. Думаю, тут зависать бесполезно. Ну да, согласен, аукцион такая фигня. Угу. Так. Так. Тон-тон-тон-тон-тон. Описываю. Описываю. Стройка и подъемный кран рядом со мной сейчас. И много маршруток с больными. Понятно. Так, на недостроенное здание поди проехал.
Какой экзамен? Какой экзамен? Да нет никакого экзамена, собственно. Так, где бы... Экзамен. Во, блин. Чё ж я сразу не увидел. Хорошее местечко, слушай. Хоба. Блин. Ладно, это уже чисто мои грешки, так. Ладно, наш покультурней. Угу. Поаккуратней. Вот так. Так, ребята, что я вижу? Тихон паркуется около больнички. Если быть точнее, совсем да впереди. Я не около больнички, а около вообще работы. Если что, мне на WhatsApp можешь Аську скинуть фоткой. Вот только тогда поверю. Аська в WhatsApp это как? Короче, объясняю. Ну, не знаю, кого ты там поймал, но это явно не я. Чё, блин, ну, забыл. Это явно не ты. Да. Да, если что, в инсте есть самое. Если что, можете проверить наши инсты, что мы там в последнее время делали. Опа. Я вот вообще ничего не выкладывал по Радмиру, если честно. Да-да, а от кого я видел фотку с Реал Дрифта? Угу. Так я говорил про Радмира, не Реал Дрифт. Ну, а мы про все сейчас говорим, это же видео. Ну да. Так, ну все, денежки есть, можно и поехать. Спокойно, опа. Икс. Комбатика. Блин, стоп за мной. Тысяч, блин. Ладушки, ладушки. Ладушки, ладушки. А ладушки. Тем более, Лёнь, мне кажется, что я выкладываю фотки с моей машиной в инсту, это вообще ничего такого нет самое. Было бы это реальностью. Ну и что? Так твои фотки с Реал Дрифта тоже нереальность, знаешь ли. Ну зато стиль. Угу. Ну так я считаю, что моя машина тоже стиль. Хотя ты ее даже и не видел вообще. Я который в жизни видел вон сколько машин. Да-да. Много. Много-много. Ладно, я пойду спортом позанимаюсь. Очень тихо, по его мнению, решил позаниматься спортом. Да. Спортом. Хорошим спортом. Хорошим спортом, да. Так, сейчас мы... Ой. Так. Раз. Нет. Ну, дай угадаю, ты около пруда. Какого-то. Нет, я не около пруда вообще. Ну, допустим. Пруд. Это далеко. Еще бы его найти. Да, находи. Находи, да. Я пока что покатаюсь. Хорошо. Опася. Тара-тара-тай-рай. Тин-тин-тин-тин-тин. Идем. Я, если что, там по делам поехал. Хорошо. Так. А ну-ка, денежки-то.
Да, зачем я трачу бензин с этой точки? Я же тебе говорю, ты меня вообще не найдешь. Джакоб. Импот. Да ладно, хата. Какая хата? Да не, никакая хата. Ты домку покупаешь? Нет. Да ладно, я не верю. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Слушай, я сейчас такие цены удивительные смотрю в домах. Я просто все дома прочекиваю. А, понятно. Сейчас поеду дальше чекать. Ну, дом вообще за 14 тысяч подать, прикинь. Я видел дом за 7 тысяч. Так что вот эти 14 вообще ничего не значит. Так, ну ладушки, чё, куда? Нам можно смотреть. Отлично. Я просто гений. Конечно, короче, ребят, мое описание. Я вижу какую-то точку. Да. Тюнь. Ребят, если что, это слежка за Тихоном. То есть Тихон ничего не знает, что я делаю. Вообще не в курсе, ребят, если что. Да. Это, наверное, будет видеоролик около, ну там, минут, я не знаю, так скольких. Да? Да. Ну, полчасака точно. Наверное. Угу. В смысле? Не понял. Все, зацени, моя тачка была открыта. Лавпедик. Ладно, поехали потихоньку. Какая-то золотая машина, блин, за мной едет. Оторваться надо. Золотая, да? Золотая какая-то, блин. Из сусального золота. А что это значит? Ну, вообще, сусальное золото, это... Ну, как тебе объяснить, блин? Короче, драгоценное золото. Ладно, я понял. Короче, новое имя золота. Ну да, типа того. Так, ну ладно. Ладно, фиг бы уже с ним. Фиг бы с ним. Вон челик какой-то стоит. Наверное, подписчик опять. Согласен, да. Подписчики, наверное, тебе просятся, и еще и в родни рыгают. Ой, да ну нафиг. Надо убегать от него вообще. Так, ладно. Куда мы можем зайти? О, здорово. Так. Нет, зачем мне этот бизнес? Так, что тут можно у вас, можно так сказать, повзаимствовать? Так, ну ладно. Что? То можно? Можно, ой, не знаю. Так, ну нормально. Ух, ёлки-палки, моталки. Ну нормально. Уважаю. Ну так, ладно. Для тачки прикупить надо. В смысле магазин для тачек? Для тачки. Для тачки. Я в магазин. Для мой тачки. Совет, купи сумку. Ты знаешь, где? Я знаю, где сумка находится. Ну, я тоже знаю, где сумка находится. В магазе 24/7. О, греча. О, сок. Можно? Не. Ладно, фиг с ним. Сок. Да, ладно, все, я выхожу отсюда нафиг. И вот так. Ни хрена, как всегда, не вижу. Ладно. Так, потихонечку.
потихонечку. Так что у меня в тачечке? Что на? Я думаю, что это здание пустое. Чего я с пустое? Здание пустое. А. Так, подожди-ка. Ага. А что у меня есть? Два. Угу. Так, проехать гонку на драге, набрать очки дрифта, посетить любой магазин одежды, собрать все детали в штате США. Ой. Сан-Андреас. Мы это вырежем. Мы это не вырежем. Это прикол будет. Да, согласен с тобой. Ладно, сейчас. Так уже долго, так сказать, блин. Моя малышка мучается 440 километров, блин. А ты, который не знаешь, о чем я говорю. О! Ну нормально, нормально. Чё? Ну нормально, все нормально. Да чё за фигня? Все. О, доставщики какие-то тут, блин. Блин, ну это точно подписчик на этой, блин, тачке, блин. Точно, блин. Какой, на красный BMW? На какой красный BMW? Я тачку заправляю, ты о чем? Ну, к тебе какая-то есть красная BMW. Да а нету, вроде. Уехал. Так, ладно. Ну, мы не будем жалеть. Я понимаю, что Тихон вообще ничего не знает. Да, я как дурачок, а меня Ленч разводит, блин, как этот, как мафиози, блин, разводила. Вот, ребят, вот реально, будьте осторожнее с Ленчем, он проследить за каждым может вообще. Да-да, может еще и шпионом оказаться под прикрытием. Ага, работать на, блин, на копов. Будет вас штрафовать за превышение скорости. Блин, не понял. Не понял, а чё тачка закрыта? А, это что я ее закрыл. Ладно. Удачного пути. Спасибо. А там кто там? Ну ладно. Опа, опа. Да ты вроде меня пропал. За тобой BMW едет, прикинь. За мной? Офигеть. Быстрее. Надо вообще гнать. Вообще. Так. Давай же, блин, ехай. Вообще, блин. Ух-ё! Всё. Так, она опять за мной гонится, ёклумная. Во, всё. Это хорошо, а нет, это плохо. Все, я оторвался от той бэхи, Ленч. Поздравь меня. Красава. Спасибо. Ух, ё. Вот это классно. Ладно, ну я же говорю, за мной невозможно вообще проследить. Я на своей Porsche Panamera уеду куда хочу. Конечно. Ну а чё? Ладно, я верю, что ты можешь уехать куда хочешь. Ну вот. Вот. Хоть на дачу, блин, в реальности. Хоть на дачу в реальности, хоть за картошку. О, 4-4-4-4. Вот его, блин. Интересно. И ой. Блин, я в ДТП попал. В ДТП? Да, я в ДТП попал, я чуть не умер. Блин, я реально чуть не умер. Я уже думал, я приехал. Не, нифига. Ух, блин, бэшка черная, она опять за мной едет. Короче, хочешь, я пишу, где я? Опишем. Ну тут мост и большой пруд. Я прям возле вот. Ой, да, сужу по картине идти. Ну да. А подсказка Оуэн. Итак, ребята, я штрафовую.
тофанулся. Леня будет учиться, как нужно ездить у меня. Да. Впрочем, как и всегда. Впрочем, как и всегда. Ладно, вот тебе подсказка. Я в Лас-Вентурасе, вот рил. Ладно. Я видел, что ты у вас... Ой. Я видел Лас-Вентурас, поверьте. Хорошо. То есть ты уже меня видел в Лас-Вентурасе? Я не видел себя в Лас-Вентурасе. Но я предполагаю, что ты около казино. Нет. Нет? Mm-mm. Вообще нет. Вообще нет. Примерно. Да, что-то мне плоховаться. Ой, хорошо-то какое, а. Ё-моё. Итак, друзья, я потерял Тихона. Реально. Вот так вот. Я, который застрял кое-где. Кое-где. Ладно, допустим, кое-где. Так, мы в трусах... Так. Ой, блин. Лёнч, слушай, чтоб тебе было проще, давай так. Ты скажешь, где ты, я быстро мимо тебя пронесусь. Ну, поддамся, так сказать. Ладно, поддавайся. Я еду к казино. Понятно. Казино Лас-Вентурасе. Но это не значит, что мы там встретимся, я тебе гарантирую. Ладно. Я буду, как всегда, вокруг да около. Вокруг да около. Сейчас я вижу перед собой инкассатора. Это не я, это я тебе могу гарантировать. Порш Панамера. Ой, это ж нельзя. Я охранился второй раз. Хотя смотрю. Ладно, я не буду перечислять. То еще не знаю. Ну да, лучше не перечисляй вообще. Не перечисляй вообще. Как бы вообще. Как бы вообще лучше не перечисляй. Ладно. Но я уже у казино. Лёнь. Окей. А прикинь, если ты сейчас меня опять перепутал. Нет. Я не перепутал. Мой зоркий глаз все видит. И все слышит. Как бы привет, смешно, я так не нахваливай. Все видит, все слышит. Мне кажется, ты за мной ни разу сейчас не проследил. Ну почему же? Ребят, вы видели Тихона, что он делал? Напишите в комментах. Не понял. Не понял. Не понял, не понял, не понял. Не понял. Ладно, ну чё, ты меня потерял, да? Короче, ребят, Тихон куда-то уехал. А знаешь, в чем прикол? В чем? Я тебя видел. Да. Ты на парковке стоял у казино, ты спалился, братан. Да, ребята. А сам до этого говорил, какая золотистая тачка. Какой-то чувак, подписчик. Так я твой ник видел. Да, да. Ой, меня опять штрафанули, третий раз. Молодец, а. Вас похлопаю. Ладно, ребят. Если вам понравилась слежка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был Фанкрэзи Клаб. От лица Ленича меня штрафанули четвертый раз. Без приколов. Редрифт 1000 в 2000. В общем, всем удачи и всем пока. Еще тут Фанкрэзи Клаб. Вот что бывает, когда дрифт автомобиль. Ну а с вами был канал Фанкрэзи Клаб. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ставьте лайки, всем удачи, всем па-бам!